Отлично! Капец, я тащу 45 FPS, вообще гейминг стабильный. Когда на меня противник выходит, у меня сразу FPS в сердце повышается, я прям боюсь. Я шки не слышал, да? Отлично! Как же это плохо, как же, что с игрой стало? Я ливаю, пацаны, забейте. Это нереально. Итак, братва, всем квакаё. Сегодня, как всегда, с нами легендарный Ширичок. Не понял, что за речок. Рекасик, извиняюсь. Так, собственно, что у нас сегодня с тобой по задачам? Сегодня нельзя сливаться, потому что за каждую смерть я буду... И ты будешь понижать фпсик. Так, сколько у нас фпс вообще? Ой, я тоже! Да. Срочно броню купить! Броню, чтобы засейвиться. Так, полетели. А, чё у нас ничего? А, стой! Нет, не хочу с первого раунда умирать. Алло. Алло. Я хочу умереть с первого раунда. Гол! Найс. Ты, кстати, смотри, ты с фпсом 10 сможешь играть? Вообще изи, наверное. Блин! Черт, минус 96! Ой, снижай фпс сразу. Блин! 120. Я сейв. Господи, мои глаза, 120 FPS. Сочувствую. А что, у нас выиграли игру? Да, конечно. Где последний? Нет, тикай. Нет, беги. Я спасаюсь. Нет! Я такой псих. Я так тупо погиб. Ставь себе 10 FPS, да. То есть я тоже 120 уже поставил? Я 120, а ты 10, сэр. Не, осуждаю. Это жесть просто. Это такая тупая смерть. Я в шоке просто. Не, 120 FPS пока что вообще не ощущается. Вообще как будто... Нам эту катку желательно выиграть, потому что с таким челленджем катки выигрываются вообще легендарно, понимаешь? Да я понял. Вообще прекрасно, ты чё? Наверное. Главное, не умирай раньше времени, чтобы я потом не слился как бот. Ой, опасно! Нифига там залп жесткий был! Так, я на лонг ушел. Мужик, иди! Мужик, иди туда! Ты че встал? Нет, да он ждет, пока кто-то запушит. Забей, просто второй раунд, 90 FPS. У нас тиммейты просто подставляют нас. Господи, мои глаза, я в Майнкрафте, что ли? Что это такое? Забей. У нас тиммейты специально нас подставляют, чтобы мы понижали FPS. Это ГГ полное. Я не знаю, уже 90 FPS чувствуется, фигня полная. Аж я боюсь представить, что будет дальше. Это жесть. У меня прыжки багуются. А, вот я тебе про это и говорил. Очень странная фигня, что когда FPS маленький, у тебя прыжки полностью не работают. То есть ты прыгаешь, и у тебя, знаешь, а потолок как будто бьешься. Да, там. Да, как будто ты по башке шлепаешь, чтобы ты вниз спустился сразу. Так, я тащить пошел. Я... Ой, опасно было, опасно. Он еще не попал в меня в хэдшот. Сбоку! Это ГГ. Нам надо придумать систему, чтобы повышать FPS. Например, либо килл с ножа, одно повышение FPS, либо там с хаешки, не знаю, можно повышать FPS, потому что с 20 FPS я не думаю, что мы по итогу сможем как-то что-то сделать. Я уже с 90 FPS играть не могу, что говорить про 20 или 30. А стоп, у тебя уже 60 FPS, по-моему. Да, уже. Не-не-не. Да. А, черт, в смысле? Ты же умер со мной. Блин, что за жесть? А я думал, 90 такой довольный, у меня так же, как и у тебя. ГГ. Это хуже, чем Майнкрафт. Ну, кстати, картинка более-менее плавная, на 60 FPS держится, хоть он, если резко поворачиваться, не особо красиво получается. Поэтому придется плавно поворачиваться, как бот из Майнкрафта. Вся фишка в том, что мы просто к этому не привыкли, вы должны это тоже понимать, типа. Так, нам нужно делать килл хаешки или с ножа, да? Отлично. Можешь прострелы тоже считать за этот, за... Блин! Ну что это такое? Что, сколько у тебя сейчас FPS будет? 45, ну зашибись. Ой, сочувствую. Не, я больше не хочу умирать. Я убегаю. Ох, нифига их там! Что? Это ГГ Симон. Так, тащу. Обходит меда. Найс! У меня сердце сейчас 144 FPS билось, я просто в шоке, забей. Блин, может его на нож попытаться попробовать как-то взять? Ты чё? Блин, надо было на нож его брать. У меня шанс был, Закладывает! Фух, выжил. Я сделал почти все киллы, забей. А может за плент... А может за раздефуз тоже прибавлять FPS, чтобы реально, потому что... Не, нифига. Так, полетели тогда в наон кидать в хаешку. Я сейчас должен. Давай ты первый, я за тобой. А, офигел, что ли? Вместе кидаем! Давай. На счет 3, иди сюда. Ты где? Да, давай, на счет 3. Давай, раз, два. А, Найс. А там никого с первого-то не было. Ребята, туда еще нет никого. Живу, отлично.
капец опасно. А, нет, 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 живу! Я когда на меня противник выходит, у меня сразу FPS в сердце повышается, я прям боюсь. Уже? Ой, тебе, походу, 30 FPS еще будет, да? Блин, хорошо, что мы еще не на обнове снимаем, если бы на обнове снимали, и там бы эти граффити были на стенах, у нас бы, наверное, еще меньше FPS было бы. Тихо, нет, я хочу на нож попробовать. Блин. Капец, у меня уже красный индикатор, забей. Нажимит. Все, я написал, отойдите, мужики, дайте нам нажимит сделать, или... Это наш шанс, это наш единственный шанс с тобой. Там нету хаешек? Найс, хаешки! Да ну, говнюк, да блин, не, там неадекватные челлики. Капец, это нереально. Придется вот так ползать, чтобы FPS сильно не падал. Опасно. Ой, нет, нет, нет. Они еще выходить будут. Под балкончик садись? Реально попробовать надо. Давай, это мой единственный шанс. А, это б. Боже, что они делают? Это жесть. Блин, с таким FPS вообще сложно бегать еще так. Это жесть полная. Чтоб ты понимал, это только даже не половина катки. Это начало катки, можно сказать. Мужики, проходите, я не смогу с 15 FPS что-то делать. Отлично. Хорош. Я убегаю. Мне нечего тут уже делать. Тут сейвить только. Это жесть полная. Это полная жесть. Капец. О, учитывая, что у меня FPS 45, я вообще 7 счет неплохо. Сделал все неплохо. Я кого-то на нож буду брать, чекай. Мужики, выйдите кто-нибудь. Блин, надо, чтобы они согласились хоть раз на мид ножи, это просто жесть. Все, нож. Последнего нож, мужики, нож. Отойдите, нож последнего. Бабуми, где ты? Да, нет! Зачем? Ну что, у меня 300 FPS было? Жесть. Полчаса там прыгаю и байсю, если ты где-то там задницу морозил. Жесть. Зато твой брат теперь играет 45 FPS, тебе же хорошо. Найс. Да лучше бы мне 60 сделалось, я бы этот жестко тащил. Блин, они прячутся, они... Зачем они прячутся? Я хочу их искать. Тут чел справа где-то. Ага, вот слева. Готов. Ну вот так вот, вот видишь? Не, мне сейвить надо в этой ситуации, я ничего не сделаю. Надо на мусор тут кого-то взять. Я напишу, что ты сейвишь АФК, что ты сейвишь на... Скажи, что я АФК на Т-спавне. Мы сейчас их накажем за то, что они нас на ножевом раунде развели. Я написал. Давай, жду. Бежит кто-то. Боже, они не прибежали ко мне! Надо, короче, на пистолетке пробовать их развести на ножи. Фу, это жесть. Просто 45 FPS. Ну, кстати, нормально, пока стабильно держим их. Пока что ниже не опускаемся, это хорошо. Блин, я не знаю, у меня просто одна тактика, это прятаться и ждать кого-то, это жесть. Мне надо реально кого-то на нож найти. Имба. Отлично, выбил бомбу. Они меня окружают, забей. Отлично! Его? Капец, я тащу 45 FPS, вообще гейминг стабильный. О, уже с Авиком. Нож, последний, мужики, нож. Байчу. Давай, я смогу. Он прыгнул! В смысле? Нет! Есть! Беги! Найс! Найс, повышаю FPS срочно, где мой FPSик родной? Фух, 60 FPS. О, я уже забыл, как это... Капец, картинка стала такой плавной, я так этого долго ждал. Спасибо, стендов, за то, что дал мне этот шанс. Гоу нажимит. Сейчас проверим. Пойдут ли они с нами или опять разведут. Гоу. О, гоу. Гоу. Я обхожу. Какие же... Они все-таки плохие, нечестные люди, я просто в шоке. Я обратно себе тоже 45 поставил. Только поднялся и сразу... Боже, не дали мне насладиться жизнью этой. Такая жесть просто. А мы выиграли хотя бы раунд в честь такого? Не, мы слили. Как? Мужики, нас развели, мы еще и слили раунд, вы что творите? Жесть. Это просто жесть. Ты полная. Натикала, мужики, пожалуйста, тащите, не сливайтесь больше. Ой, там прыгает что-то. О, мужики, тащите. Нет, у меня игра телепортируется, когда мало FPS, ты что гонишь, я убегаю отсюда. Обови, куда ты побежал? Я прячусь, там, чтоб ты понимал, у меня на противника игра специально телепортирует. Не, смотри, у меня тактика сейчас одна будет. Да. Это единственная тактика моя сейчас. Чекай, вот так делаем, чтобы они забатились на калашик? Или лучше его вот так положить? Не трогай, ты что, тебе могут спалить? Вот так лучше. Вот так. Господи, сидит там, КТшник стоит за дверью, такой, чё? Чё за фигня? Напиши, что я АФК на это спавню. Тихо, как... А! Не понял! Чё за фигня стоит? Калаш возьми! Он сам 40, это мой шанс. Давай. О, ножи. НЕЕТ! Как же игра лагал! Отличный шанс, и ты его просрал. Боже, как же игра лагает, у меня 30 FPS, забей. Это как же игра... Нереально с ножами играть, когда игра лагает, это просто жесть. Ты к концу катки станешь киберспортсменом на 45 FPS. Мне надо срочно искать ножевые килы. Как же это плохо, как же, что с игрой стало. Я сейчас все сделаю, ты прячься. Бабой, беги. Бегу. Он зашел за угол. Ой, капец, у меня игра даже медленно поворачивает прицел.
Отлично. Да. Нет! Я ничего не вижу, нет! Я убежал. Хорош. Капец, что с мной? Как это? Как? Придется вот так на кранах ползать, чтобы не сильно проседал ФПС. Чекай просто. Ты видишь эту картинку? Она вся рваная просто. Отличная картинка. Надо, чтобы наш тиммейт затащил. Иначе я не знаю, как я буду тащить эту катку. Они сейчас, по идее, должны побежать. Давай, я в спину чекаю. Один на лунгу, один на лунгу. Он меня испугал, этот труп. Жесть. Они оба пункту. Ой, я уже привыкаю вроде. А, он слился, я понял. Не, я сейвлю, пожалуйста. Я хочу вернуть 45, и мне никогда в 45 FPS так кайфово не было, как сейчас, если бы был он. Так, надо с кем-то ножи пойти, блин, я не знаю, ну, я боюсь, что меня там случайно убьют из-за того, что у меня FPS резко просядет. Надо хаешку, кстати, закинуть, мы что-то хаешками не пользуемся. Надо, ищи противника, буду хаешку им кидать, чтобы они боялись, короче, меня. У меня тактика такая, ты кого-то налечиваешь, я закидываю хаешку, и все, и нормально. Будем потихоньку так друг другу поднимать FPS. Имба, тактика, можешь подойти, куда ты там сидеть. А, мужики, я не понял, что, может, пуэнт возьмете, алло? Так, закидочку делаю, чекай, попаду. Нет! Там двое. Я тикайте на план. Мужик, возьми пуэнт, почему ты до сих пор пуэнт не взял? Что происходит? У нас тиммейты просто руинят специально. Кто-то закинул бомбу на дверь, он не может ее взять. А зачем у нас мужики руинят? Так он балбес, по-моему. Возьми. Ничего, она не берет? А, взял наконец-то. Господи. Вот это проблема еще. Мужик, беги просто пуэнт. Я буду тут ждать, короче, стоять всех. Нет, там пленту чел. А, они оба пленту. Это мой шанс не слить сейчас мой 30 FPS. Я стою, жду их. До 25? Да там уже ничего не изменится. Не, там вообще будет ГГ. О, у меня, кстати, иногда до 45 поднимается FPS нормально. Вау! Вот это круто. Не, мужик, если у меня будет 24 FPS, кикните меня, пожалуйста, не хочу это видеть. Я тебе сейчас могу кикнуть что-то. Не, рано. Так, я буду на картонах ползать, потому что так меньше FPS, короче, проседает. Найс. Хорош. Нехорош. 25 FPS ставлю. Я сейчас один раунд попробую, если это печально, то я ливаю, пацаны, забейте. Это нереально. О, я еще предложу, я такую еще гениальную идею предложу. Ой, как же лагают у нас персонажи, это просто жесть. Напишу им. Go, ножи, мид. Только честно, у меня 25 FPS. Я пост. Ставил 25 FPS. А, они еще боятся. Они боятся против ножей выйти. Не дают шанса вообще камбэкнуть свой FPS. Это жесть. Ладно, если меня еще убивают, я ливаю. Так, если все убивают, мы сливаем. Кикните меня за такую. Кикните меня, мужики. Сейчас проверим. Проверка тиммейтов. Посмотрим, кикнут ли меня. Давайте, мужики, кикайте. А, я понял. В честь такого я сам тогда ливну. Мужики. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. Это просто, блин, дичайший челлендж. Я не знаю, как его реально выполнить было, когда просто все руинят. Тиммейты руинят специально. Противники руинят специально. Я еще умираю как-то случайно. Из-за того, что FPS резко проседает, когда с ножа я могу чего убить. Это просто жесть. Ладно, пацаны. В любом случае, поставьте лайк за эти страдания. Мы хотя бы должны окупиться лайками. И всем до следующего видосика. До обновы. Всем пока.